понятно где, но очень крепко ебашит. Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Я в плену, бать. Где? В плену. Ты зачем рыжешься? Дома, блядь. Вы тут подохнете, к ебаной мать. Откуда ты? Расскажи. Из Белгорода. Гавриловичев Роман Александрович. Громко! Куликов Михаил Игоревич. Гвардии капитан Бекоев, Полин Русланович. Воинская часть. 02-511. Воинская часть 910-701. 3-й десант 6-й рот, 11-й отдельный гвардейский десант 6-й бригады. Они действуют мужественно, профессионально, героически. Зачем пришел? В смысле, я не знаю. С какой целью? Запад территории. Не трохи підбили російської техніки під Сумами. Точніше, це окраїна Сум, блядь. Зачем крили город? Я не знаю. Успешно. Успешно решают важнейшую задачу. 3500 вас залишилися. 3500! Іще тих ранених лежить. Тебе нужна війна в Україні? Ні. Хорошо. Следующий. Все, тихо, успокойся, ладно. По ним стрелять? Снимаю с векна, братва, повеснена, похуярили, прорвались 3 единицы боевой техники. То не люди, походу, сзади, а 4, 5, за ними колона хуяри, блядь, колона на центр попиздувала. Ребята! Бегом! Собственно, там буча. Буча горит. Вот здесь уже идет переход Динаир-Пень. Тоже идут бои. Как-то так, родная моя. Отбили. А что это? Сила? Русские ебашат по житловому кварталу, по будинкам, там, где живут люди. Спускайтесь с этих подвалов, спускайтесь. Чем ниже, тем краще. Не выходьте взагалі на вулицу. У нас 4 жмуря, не наших. Москали. Ну и людям, кто жил рядышком, трошки не повезло. А Свахина работа сгорела. Жираф догорает. БТР отошли на бучу назад. И здание напротив горит. Пришли, сука, до нас. Чтоб вам, сука, всем в аду горить. Это все в Буче, молодцы, ВСУ, молодцы. Вот что пооставалось. Вот это их не техника вся. Я в долгу не остался, блядь, ребята, не остался в долгу. Вот что с них. Это вся улица Вокзальная. Это Кадыров. Как пришли, блядь, сука, так и на тот свет ушли.